Что-то тут не так. Мама, тут что-то с Димой случилось. Дима, что ты себе позволяешь? Конечно, вот твои любимые конфеты. А почему конфеты?
Скотт. Ну а я откуда знаю? Бабушка Шо, твои мысли умеет читать. Что-то тут не так. Почему Маша все покупает, а мне нет? Так, на чем я тут остановился? Не хочу я с Экскалюсом, буду я с Геркулесом. Хотя, надо за Машей проследить. Тима, что ты себе позволяешь? Тима, ты зачем это сделал? Зачем ты залез в коляску? Просто Маша маленькая, и ей все покупают. Подожди, а у тебя что, языка нету? Ты что хочешь? Я хочу новый Бейблейд. Вон уже Вольтрек V5 вышел. Да, Вольтрек V5 уже скоро или вышел, или выйдет. Ну, мы можем его купить? А нужен ли он тебе, если ты в коляске сидишь? Вот, ребята, напишите Тиме, нужен ему Волтрек 5 или нет, покупать или не покупать. Ребята, пожалуйста, пожалуйста. А ты как считаешь, младшим дарят больше подарков, чем старшим или нет? Напишите в комментариях. Ребята, правда, помогите Тиме, чтоб мама купила Волтрек 5.